Хуя. Вот просто нихуя. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Сомнительно, но окей. Круто. Да это ж круто. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. Я реально прихерел. Ну что это за пиздец такой? Ну... Блять, я заплакал. Конечно, мы все виноваты в этом пиздеце.